программа «День с толком». В студии Анастасия Дороган. Приветствую всех на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Чуть меньше, чем просил обвинение. Учительницы, по вине которой на железнодорожном переезде погибли трое детей, дали 5,5 лет колонии общего режима. Детский сад, контора совхоза, администрация сельсовета – места, где учатся школьники села Плешково Зонального района. Почему ремонт местной школы не движется? В Рубцовске открыли первый в Алтайском крае промышленный технопарк. Какую продукцию собираются там производить и почему это должно заинтересовать бизнес? Пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима. Таков вердикт судьи по делу учительницы, в машине которой 29 ноября 2021 года погибли трое детей. Напомним, преподаватель начальных классов Тальменского района решила на личном автомобиле отвезти четырех учеников домой. На железнодорожном переезде она нарушила ПДД и выехала на пути, хотя на светофоре горел красный. Женщина не убедилась в безопасности, в результате машину сбил подвижной состав. Трое детей погибли на месте, у четвертого ребенка были тяжелые телесные повреждения. Суд встал на сторону пострадавших. Возможно, судья принял во внимание просьбу учительницы о прощении и снизил за запрашиваемый обвинением срок с 6,5 лет колонии до 5,5. Еще 3 года после освобождения женщина не сможет управлять автомобилем. Сейчас в суде работают мои коллеги. По их словам, оглашение приговора было нелегким, прежде всего для родителей погибших детей. Как проходил процесс, мы расскажем в завтрашнем эфире. К другой теме. 7 тысяч барнаульцев сегодня остались без горячей воды. Это 73 многоквартирных дома, 2 детских сада, 5 школ и столько же больниц. Воду отключили сегодня в 10 утра. Не будет ее до 22 часов 20 сентября. Причина, как сообщает сибирской генерирующей компании, введение в эксплуатацию сети на улице Молодежной, где проводили ремонтные работы на трубопроводе. Информация, где не будет воды, сейчас на ваших экранах. Уточним, что во время ремонта воду не отключали, так как ее подавали по временному трубопроводу. Теперь его придется демонтировать. Рынок станет прозрачнее, а производителям помогут бороться с контрафактом. В этом уверены представители Минпромторга России и Центра развития перспективных технологий «Честный знак». До марта 2023 года в стране продлили эксперимент по маркировке БАДов. Его ход и подготовку компаний к переходу на честную сторону представители федеральных и краевых ведомств обсудили в Бийске на площадке «Валара», лидера по производству биологически активных добавок. Волнение от введения маркировки быстро проходит, когда производители начинают чувствовать экономические плюсы. Так, в Минпромторге страны отзываются о переходе компании на честный знак. Первый эксперимент с маркировкой начался в 2018-м с табака. Сейчас ней торгуют молочными продуктами, водой, лекарствами, обувью, шубами. Рынок заметил разницу. Уходят те, кто недобросовестный, уходит контрафакт. Уходят серые продажи, остаются добросовестные производители, они свою долю рынка увеличивают. А скоро маркировку распространят и на БАДы – продукцию, которая с пандемией стала очень востребована среди жителей и популярна среди недобросовестных производителей. Эксперимент начался в мае 2021 года. На «Эваларе» лидеры рынка производителей БАДов в России выпустили первый маркированный БАД. Для этого здесь закупили специальное оборудование. Маркировку наносят на упаковку. Ну, они слоями укладываются. Каждый слой фотографируется. После этого все упаковки и сама коробка впадают в единую базу. Когда продукцию привозят в аптеку, подлинность БАДов проверяют с помощью маркировки. Мера более чем своевременная. Рынок растет очень большими темпами, 25% в год. И если темпы этого рынка останутся таковыми, то мы увидим, и аналитики говорят об этом, что в 2022 году рынок перешагнет отметку в 100 миллиардов. Эксперимент по маркировке БАДов должен был завершиться пару недель назад. Но из-за непростых экономических условий сроки перенесли до марта 2023-го. Пересмотрели и помощь для компаний. Что касается параметров займа, то это до 50 миллионов рублей на условиях 1% двухлетний займ.
Мы посчитали, что такие условия покроют абсолютно потребности всех предприятий с точки зрения необходимых финансовых средств для закупки оборудования для маркировки и его внедрения в их производственный процесс. Мы как оператор решили, ну, в принципе, снять эту головную боль с компании и затарить склад минимум на полгода всего возможного необходимого оборудования, расходников, вот этих материалов, компонентов. То есть вы сами закупили, да? Да, и дальше компании могут приходить, да. Соответственно, для них не возникает рисков ни до поставки оборудования, ни ценовых. Эксперты подчеркивают, сейчас для компаний самое время заключать контракты и готовить площадки для системы маркировки. Ведь это вопрос не только наличия оборудования, но и квалификации сотрудников, да и самой логистики производства. По оценке «Алтайпищепрома», с 2019 года производство БАДа в регионе выросло втрое. Сейчас из 47 краевых компаний к переходу уже готовы 8. Подчеркнем, что четверть всех биологически активных добавок страны производят на Алтае. А в компании-лидере выпуска БАДов «Эволари» готовится масштабировать опыт пилотного проекта маркировки на все 17 линий производства. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком. Первый в Алтайском крае промышленный технопарк открылся в Рубцовске. Это произошло в 130-й день рождения города. Эксперты отмечают, технопарк – большой шаг в развитии Рубцовска, особенно в новых экономических условиях. Здесь на большой площади будут производить оборудование и компоненты для отрасли машиностроения. На открытии побывали и наши корреспонденты. Внимание! Прошу нажать кнопку! Дорогие друзья! Старт дан, хотя технопарк Юг-Алтая в тестовом режиме заработал еще в июле. Это первый на территории края подобный объект. Производство укомплектовано станками, аналогов которым в крае просто нет. Их арендуют несколько рубцовских предприятий, выпускающих собственную продукцию. Весь процесс появления такого производства от идеи до воплощения проходил под кураторством руководителя партийного проекта «Локомотивы роста» сенатора Российской Федерации Виктора Зобнева. Судя по наполняемости, вот то, что мы сегодня видели, проект, в смысле, скажем так, станки работают, люди набраны, руководство компании осуществляется, набраны резиденты. Резиденты – это как раз те малые и средние, это проект для развития как раз малого и среднего предпринимательства. Резиденты – это представители малого и среднего бизнеса, малого и среднего предпринимательства, которые должны осуществлять свою деятельность на территории технопарка. Строительство технопарка длилось более полутора лет и обошлось в 739 миллионов рублей. Были задействованы финансы федерального и краевого бюджетов, а также вложения частного инвестора. Площадка технопарка больше 2 гектаров, расположена на территории бывшего завода автотракторного электрооборудования. Задействовать на производстве планируется 200 человек. Я думаю, что все задачи, которые были поставлены перед созданием такого объекта, а именно создание новых рабочих мест, появление нового устойчивого источника налоговых платежей, самое главное – решение практических производственных задач для обеспечения машиностроения здесь, в Рубцовске. Возможность доступа к таким площадкам такого уровня, с таким оборудованием именно местного бизнеса – это, ну, очень важное дело, очень важная задача. Кстати, инициатор появления технопарка в Рубцовске – уроженец этого города. Виктор Зобнев стал почетным гражданином города. Награду он получил за особые выдающиеся заслуги перед городом, связанные с социально-экономическим развитием и созданием имиджа Рубцовска. Рубцовск для меня родной город, и я надеюсь, что для меня это будет тот кредит доверия горожан, доверия органов власти, который я буду еще в течение определенного времени отрабатывать. А что касается технопарков, то Рубцовский в крае первый, но не последний. Подобные планируются еще в 2 городах края. В Бийске по биофармацевтическому направлению и в Барнауле тоже машиностроительный проект. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком.
В селе Плешково зонального района школьникам, а их почти 200 человек, уже третий год приходится учиться в приспособленных для этого помещениях. В детском саду, в здании конторы совхоза и даже в администрации сельсовета. А все потому, что единственная школа в аварийном состоянии. Власти района уже подали заявки в краевую и федеральную программу, но когда начнется долгожданный ремонт и что предпринимают власти, чтобы ускорить процесс, расскажет Мария Мацаева. Записываем решение ЦОВИКа. Татьяна Владимировна более 30 лет занимается с детьми начальной школы. Но уже третий год передавать знания приходится не в стенах учебного класса, а в детском саду. Ведь единственная школа в аварийном состоянии. Они только из старшей группы как остались, получается, как в детском саду. Для них немножко было непонятно, что они пошли уже в школу. Они долго не могли осознать себя школьниками. Другая часть детей учится в здании конторы совхоза, а кто-то и вовсе в сельсовете. Здесь же находится банк и местное отделение почты. Власти района помогли оборудовать кабинеты, они соответствуют учебным требованиям. Процесс идет, но неудобств хватает, добавляют родители школьников. Говорят, хочется, чтобы был спортивный и актовый зал, а до столовой не нужно было идти через всю улицу. Зимой, да, оделись, конечно, неважно, какая погода, разумеется. Каждый день они идут питаться. Дождь, не дождь, снег, не снег. То есть они идут. А ведь школа совсем рядом, но вокруг нее тишина. В 2020 году за счет средств краевой инвестиционной программы здесь приступили к капитальному обновлению крыши, которая бежала много лет. В 2020 году эта часть школы была накрыта крышей двускатной, хорошей, хорошего качества. Сейчас она нигде не бежит. Крышу в итоге отремонтировали, а вторым этапом разработали проектно-сметную документацию, чтобы подсчитать необходимые затраты. На полное обновление здания нужно 96 миллионов рублей. Чтобы отремонтировать школу, необходимо ее включить в краевую инвестиционную программу или в федеральную по модернизации школ. Селе Плешково зонального района нуждается в серьезном капитальном ремонте. 27 июня 2022 года администрация района получила положительное заключение государственной экспертизы. Стоимость ремонта около 100 миллионов рублей. Это серьезный ремонт. Школа будет ремонтироваться не менее чем 2 года. Поэтому Министерством образования и науки Алтайского края данная школа подана в федеральную заявку на проект модернизации школьных систем образования. В случае положительного решения в школе будет проведен капитальный ремонт и обновлено учебное оборудование и приобретена новая ученическая мебель. Очень надеемся, что ремонт начнем в 2023 году. Документы на краевую инвестиционную программу будут рассмотрены в конце сентября, а это значит, что ремонт школы может войти в бюджет на 2023 год. Но на федеральную программу заявку рассмотрят лишь в декабре, что может отодвинуть сроки еще на целый год. Конечно, хочется попасть в одну из этих программ, но в селе переживают, ведь риски большие. Можно не попасть и ни в одну программу. Мы подали документы, полностью пакет документов, краевую адресную инвестиционную программу и также федеральную программу модернизации школьных систем образования. Мы, как администрация района, готовы к торгам. Как только будет принято решение о том, что мы вошли, мы готовы. И готовы, конечно, софинансирование этих программ. Мы бы хотели быстрее начать ремонт, мы бы хотели зайти в 2023 год. А между тем срок проектно-сметной документации истекает. На нее администрация района потратила немалую сумму – более миллиона рублей. Еще и сверху корректировка в 200 тысяч. Документы действуют 3 года. И если в этом году не получится попасть в программы, то придется делать новую смету. Люди устали от неопределенности. Хотят, чтобы их дети учились в хороших условиях. Совпадение или случайность, но в этом селе на прошедших муниципальных выборах «Единая Россия» не получила поддержку жителей в районный совет. Хотя современный ремонт школы наверняка мог бы положительно отразиться на результатах партии власти. Мы будем следить за тем, как развиваются события по ремонту в Плешковской школе. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Проверила и барнаульские парки. Эксперт Народного фронта Светлана Калинина, которая сейчас проверяет благоустройство территорий в сибирских городах, вслед за Бийском, где она читала мэра, отправилась в парки Барнаула. Эксперт заехала в Юбилейный, Мизюлинскую рощу и зеленый сквер на Усково, где ведутся или закончены работы по национальному проекту. Обошлось ли без замечаний в краевой столице, смотрите в сюжете. Город тебя встречает либо чистым, либо грязным, либо газоны скошены, либо они заросли, и человека не видно. Поэтому здесь сразу видно, город зеленый, Барнаул меня очень удивил, потому что действительно вот зелень, она такая прям правильная, благородная, и березовая аллея, вот она, вот Россия.
Зелень и чистоту Барнаула отмечают почти все гости города. Московский эксперт сразу начала с приятного, а дальше отправилась посмотреть на парки краевой столицы, где велись работы по нацпроекту. Юбилейный гостям из Москвы понравился, но без замечаний не обошлось. Правда, их можно назвать незначительными. К примеру, Светлана Калинина обратила внимание на сухие ветки, которые необходимо убрать. Люди, вот это вот не хотят обрубить. Я давай сломаю, а ты уберешь. Чего тут людям не... вы не даете это обрубить? Не дерево. Я тебе говорю, вот это вот, зачем оно все здесь? Подрядчик отметил, что все недочеты будут устранены, ведь пока здесь ведутся работы по реализации лишь первого этапа восстановления парка. По нацпроекту на эти цели выделено 82 миллиона рублей. Иными словами, когда объект будет полностью сдан, никаких замечаний уже не будет. Следующая точка проверки – Мизюлинская роща. Эксперт похвалила. Место идеальное для прогулок, отличный газон, хорошо высаженные деревья и безопасная детская площадка. Кроме, пожалуй, единственного замечания, эксперт осталась довольна уютом Мизюлинской рощи. Мне очень нравится, что у вас в Барнауле появились такие места. Завершали рейсы зеленым сквером на Усково. Наверное, это самая быстрая проверка в истории Народного фронта. На объекте были не больше 5 минут. Мне нравится, что вы берете, во-первых, ставите, свои везде сажаете крупномеры. И они действительно у вас очень хорошо разрастаются. Вот это мне очень нравится у вас. Светлана Калинина отметила качественный газон, безопасное место для прогулок, а количество людей тому подтверждение. Так что визит эксперта Народного фронта в Алтайский край завершился на позитивной ноте. Есть и вопросы, есть и положительная практика. Вот этого комплексного подхода, который вы сегодня делаете. Есть понимание, что есть ошибки, готовы исправлять. Знаете, другой бы поспорил, другой бы там покричал. Сразу принимают, доводы принимаются и сроки поставлены. Я точно знаю, вот уверена в ваших чиновниках, что они точно эти сроки исполнят. Теперь доверие эксперта чиновники должны оправдать и вовремя устранить недочеты. Ведь по сути все то благоустройство, которое делают в парках, не для глаз экспертов Народного фронта, а для обычных горожан, которые в зеленых зонах должны чувствовать себя абсолютно комфортно. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком. Лебеди с нового рынка никуда не пропали. Сейчас волонтеры начищают перышки железным птицам и готовят их к переезду в новый дом в других точках Барнаула. Каких и в каком состоянии сейчас так значимые для горожан скульптуры, расскажем далее. Выжившие и переродившиеся. Так любимые горожанами лебеди с моста на новом рынке, лишившись привычного места обитания, все это время ждали, когда им помогут обосноваться по новому адресу. Давно, да. Они требовался, конечно, им некий вид привести. Мы на 2 слоя проходили. Сейчас вот маленечко еще смотрим, какие моменты пропустили. И вот на 3-й раз уже, считай, идем. Первый лебедь на мосту появился в 2005 году. Так заслуженный тренер СССР по самбо Валерий Метелица увековечил память о трагически погибшем зяте Андрее, назвав птицу Андрюша. Спустя годы в Барнауле организовали конкурс «Лебединая верность», и самодельных птиц стало больше. А труба с крылатыми превратилась в городской арт-объект. Поэтому с началом ремонтных работ барнаульцы не на шутку переживали, что будет с лебедями. Их приютили городские власти, но выстояли не все. Время не пощадило птицы с покрышек и пластиковых бутылок. Те, которые фигуры можно было восстановить, их сегодня мы насчитали порядка 12 штук. 13 – это самый первый лебедь, установленный на известном мосту нам Андрюша. Соответственно, им занимается отдельно семья первопроходца, скажем так, основателя этого лебединого семейства. Белоснежные птицы почти готовы взлететь, остается лишь обновить короны и клювы. Свежим слоем краски покроют и пару черных лебедей, которые на контрасте смотрятся наиболее гармонично. Скоро часть пернатых переедет в Барнаульский зоопарк, а часть украсит территорию школы искусств во Власихе. По словам городских властей, в начале ремонта барнаульцы сами предлагали варианты для нового пристанища птиц. Людям была небезразлична их судьба.
Я считаю, что это часть нашей современной истории, потому что Валерий Андреевич Метелица, известный человек, естественно, когда он заложил эту традицию, она действительно для барнаульцев ведь была подхвачена и переросла, ну, в какой-то такой некий ритуал. Я знаю истории, которые рассказывала его дочь, что даже молодожены некоторые приезжали. Ну, лебедь – это символ верности. На обновленный мост эти птицы не вернутся. Но, по словам Марины Панкрашовой, после ремонта на путепроводе могут установить профессиональную скульптуру лебедя, где укажут, в честь кого и кто здесь установил первую белую птицу, чтобы история города жила. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин, «День с толком». А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи.